Доброе утро. Сегодняшняя тема – как прожить долго и не стареть. На самом деле старение происходит из-за засорения организма. Плохой воздух – плохая еда, плохая вода – плохая еда. Что происходит с организмом? Сосуды, вены, капилляры засоряются, кровь плохо циркулирует, то есть организм не получает достаточно питания. Начинают умирать клетки, кожи, мышцы и так далее. На их место приходят чужеродные микробы, то есть существа, которые начинают размножаться, грибки, черви и тому подобное. Или просто кожа высыхает, мышцы высыхают и погибают. И мы умираем. То есть главная причина болезни, всех болезней старения – закупорка вен, сосудов, капилляров. Вот откуда начинается старение. То есть старение – это засорение, засыхание и отмирание. Как же нужно этому противостоять? Нужно очищать сосуды, капилляры, вены и так далее. Чем можно очищать? Конечно же содой, то есть щелочью, ибо сода очищает все контакты, вены, сосуды, мышцы от жиров, грязи, от микробов, грибков и тому подобное. То есть чистить нужно организм, пить соду по чайной ложке на стакан воды раз в сутки. Не жрать химию, она ведь не расщепляется, а забивает организм. То есть все просто. Вы моетесь каждый день. А если не будете мыться, пойдут прыщи, чири, грибки, экзема, проказы, гангрена и всякая другая зараза. С этим все согласны, и никто не хочет спорить. Позвольте тогда вас подневолить. Чистить не только снаружи свою рожу, но и внутри там также все очень похоже. Та же рожа, ну смотри, ты ее почисть, смоги. И тогда ты будешь жить 1000 лет, и никто тебе не скажет, что ты старый дед. Но начинать все это нужно с молоду, а потом уже, когда все отомрет и заржавеет, никто тебе помочь не сумеет. Хоть самые лучшие врачи, хоть доценты, хоть профессора, ассистенты, все равно. Ты уже не жилец, 60 или в 75, или... 70 или 75, но если с молоду будешь тело промывать и снутри, и снаружи, тогда проживешь ты 1000 лет и будешь здоровым, всегда ты дед. На этом кончаю, кто понял, того уважаю, кто не понял, и Бог с ним, на небе тоже живут. Всего хорошего.